Так, ну тем временем у нас начинается игра. Expendables против Flagaholics. 1-1. Счет 1-1. И это последняя карта. Ну что же, смотрим за Ханти. Так, меня слышно, да? Да, все, меня слышно, все, теперь точно. Если стрим лагает, я извиняюсь, но на YouTube все будет отлично. Я все залью, все будет. Так, ну, Silent Sep у нас в атаке. Феникс у нас, как всегда, в дефе. Ну, Апса, да, Апса с Silent Sep у нас в атаке. Exodus у нас, скорее всего... А, нет, Апса у нас на миде, и остальные в атаке, вот так вот. Так, ну... Так, Silent Sep у нас забирает флаг, и Ханти тоже. Ой-ой-ой-ой, поймали. Ну и там тоже, кстати. Ой, не знаю, зачем он дропнул. Так, опять Ханти. Нет. Тут все нормально. А все. Одна секунда пропадает уже. Я не знаю, зачем они дропают. Так, ну Трикса у нас... Да, в дефе. Окей. Давайте посмотрим за питоном. Как его сейчас Феникс убьет. Или Эксодус. Да, Феникс убивает его. Ну и... Дефер все правильно делает. Он просто... Не дает никому пройти через... мид к себе. Забирает все, что надо. Это мигу, это желтый, это красный, который сейчас будет уже респавниться. Ну я... Чё-то я засмотрелся за Фениксом. Напоминаю, что на другой трансляции играет у нас B52 против Поку. Но там все понятно, тоже будет уже, скорее всего. Ну, ясное дело, что там выиграет похуй. Ну а здесь все будет решаться в последней карте. Так, ну, Silent Sep. Слишком он палится, все слышно. Так, ну Ханти. Кстати, Ханти убил, оказывается, Феникса. Ой-ой-ой. Чуть-чуть. Кстати, наверху никого не было вообще. Так, реген у нас за Апса. А вот квад с регеном у Сейза вот так вот. И он отдает питону. Что? ГГ? Сейз пишет ГГ, лол. Ханти. Пробует пройти. Кстати, он может пройти сейчас. Да, он может пройти. Что он делает? Так, Трикса забирает. А, его убивает тоже. Питон проходит. Нет, опять. Трикса, ну ставь. Ну, наконец-таки. Открывает у нас счет Трикса. Команда Flagaholics. Вот так вот. Сколько они не могли его взять и притащить? Столько рейлов было. Вот это да. Так. Вот так вот. Слушайте, если Flagaholics выиграют Expendables, это будет сенсация, реально. Так, мульт нам что-то пишет. Дай пас. Как мне бы ему написать? А, я знаю, как напишу. Секундочку, народ. Сейчас. Сейчас. Извиняюсь, там попросили дать пароль. Надо бы написать сейчас.
Все, все, все. Все, я здесь. Так, ну у нас... Ага, все понятно. Expendables с Квадом и с Регеном. Точнее, Exodus. Итак, они идут в атаку. Да, мульти на заходит уже все. Ну, пока что так проходит все у нас. Размены, размены. Но Expendable сейчас сдавит соперников. Они хотят забрать флаг уже. Надо притащить им. Надо сравнять. О, питон из... Ой, питон. Флагогольки защищается. Что ж я уже растерялся совсем. Да, ой-ой-ой, три раза подряд. Ну, Апса здесь не пройдет, а вот Exodus с 4 хп тоже нет. Ну, Саланцеп, ну попади ты, ай-яй-яй-яй. Как так? Так, ну, очередной квад за Expendables. Ждет он пауэрап. Ой-ой-ой. Руки джамп от кулера, как всегда. Вчера тоже было смешно очень, когда... TBH из команды Омега делал отличные руки джампы. От Регена, это было просто смешно. Ну и здесь у нас все нормально. Почти. Так, ну, Exodus. Какой шафт? Вот это шафт, 41%. Отлично. Так, ну... Да, здесь я вижу, что более-менее равное. Прям равное, да, видно. Так, ну... Апса не должен проходить. Зато Exodus возьмет его. Ну что, пройдет он? Неужели пройдет? Он проходит. Да, 1-1. Вот так вот. Смогли все-таки побороть Expendables флагогольков. И сравняли счет уже. Ну, сейчас мы видим, что агрессирует сейчас нападающие команды флагогольков. Флагоголикс, точнее, если. Так, ну, Трикса нам не интересен. Так, Ханти. Он слышал, где был. Ай-яй-яй. Кстати, если бы убил, бы прошел бы. Возможно. Ну, все бывает. Главное сейчас флагоголикам это зачистить, конечно же, мид и взять как-нибудь пауэрап. Ну, тут просто жесть. Просто три игрока берут пауэрап и все, и все. Так, я что-то там не то сказал, что три игрока взяли пауэрапы. Я хотел сказать, что... Три игрока боролись за пауэрап команды Expendables. Вот. Ну и атакует у нас Феникс. Дефер. Команда Expendables. 17 секунд регенерейшн, но отходит уже. Парень понял, что не получится у него что-нибудь сделать им. А вот Exodus проходит. И, скорее всего, пройдет. Да, он проходит.
Неужели никто не встречает? Да, все. 2-1. Вот так вот. Врывается у нас вперед Expendables теперь. А я думал, что флагогольки смогут дальше там 2-0, 3-0. Ну, может там 3-1, но... Все пошло не по плану, по ихнему. Ой, сейчас красный там. Ой, лол. Мне интересно, сейчас стало за Сленцепом. Пройдет он? Кстати, он сейчас пройдет. Триедин. Вот так вот. Тут все зависит от, во-первых, кто стоит на миде, то есть парень, если хорошо отстаивает мид, то это залог успеха команды, что они победят точно. Потому что если плохой мидер, то в команде будет все плохо. Примеры я не буду говорить, но их очень много. И всем многим людям понятно это. Так, ну, опять двойной поварап. Какой раз уже? Кстати, сейчас... А, не-не-не-не-не-не, надо уходить, но... надо уходить куда-нибудь. Двойной сейчас поварап. О, Expendables. Так, ну, Экзотуса убили, да. Ну, и Апсет он, скорее всего, сейчас убьет. Да. Пробует, защищается флагогольки. Их зажимает просто в своей базе. Просто всех четверых. Даже пройти не дают. А тем временем Exodus забирает флаг и... Ай-яй-яй, его встретили. Чуть-чуть. Могли, кстати, подобрать, но там просто трое человек заспавнилось, и они просто все пришли и забрали. Так, ну, чуть-чуть бы и Ханти бы забрал бы Мигу, было бы намного лучше хотя бы ситуация, но... Вот так вот. Ой, какой... Я не знаю, зачем он сделал этот руки-джамп. Слишком рискованный. А вот это я вообще не понимаю. Он же слышал его. Очередной пауэрап за Сленцепом. Сленцеп и Экзотус. Вот кто забирает пауэрапы все. Центральные. И сейчас парень будет атаковать. Да, надо бы что как-нибудь отрегенить, все взять немножко армора и пора в атаку. Так, тем временем сейс делает трюки, ну тут все понятно. Так, что-то у нас Сленцеп 6 секунд регена, ну, толку там нету тоже. Так, ну, Апсат тоже давит. Атакует. Ну, немножко поутихло. Вот сейчас, да, поутихло уже. Сейчас они уже как-то флагоголики продвинулись хотя бы как-нибудь на мид. Так, ну, Трикса видит, что Экзотус здесь. И они просто втроем дефит. Втроем. Так, у Сейс у нас завис.
так вот. Ну что, сейс сейчас зайдет, скорее всего. Да, сейс уже заходит, все, все. Кизичные шутки. Так, ну, Апса. Нет, Апса не пойдет. А вот зато здесь Санцеп еще. Ой-ой-ой. Парни давят, очень сильно давят, как могут. Но не получается ничего у флагогольков. Им приходится дефиться, приходится как-нибудь прорываться, взять этот пауэрап, но никак не получается. Все центральные пауэрапы забирают Expendables. Так, точнее, игроки это СНЦ, Exodus. Ну и вот первый раз забрал вот у нас Феникс. Ну, скорее всего, сейчас в атаку пойдет или нет. Нет, он уже все. Все у него заканчивается. Ну и здесь у нас дефит. Дефит. Изо всех сил фагогольки. Осталось 4 минуты. И им надо как-нибудь принести 2 флага еще. Потому что они вначале поставили сами флаг. И я даже не ожидал вот этого. Какие сами Expendables. Ну, затишье у нас сейчас перед бурей, точнее перед пауэрапом центральным. Происходят размены. Так, ну, видно, что сейчас опять даже очень сильно давит команда Expendables. И, скорее всего, сейчас, ну, 2 секунды еще до пауэрапа, еще очень долго. Рано еще давит, но блин, там Exodus хочет принести флаг и на 12 хп, ну, уже плюс 50 он приносит 4 флаг. И скорее всего это ГГ уже. Вот так вот все-таки смогли выстоять Expendables. Эту игру выиграть смогли они. 2-1 все-таки. А я думал, ну, может быть, смогут у нас флагоголики выиграть их. Как бы из всех команд из лиги это как минимум команда топ-2, топ-1 точно. Скорее всего. Противостоять им могут только... Вот, 4 команды. Это флагоголики. Это команда, сборная команда России, а точнее это Похуй. И команда Nuclear Blast. Основной, конечно же, не мы. Не моя молодежная команда. Вот, и вот у нас Сенцеп какой сейчас. Какие 2 руки джампа? Ну, нет. Не получается. Не получается у него пройти. Ханти все-таки убивает его с Релганом. И сейчас у нас пойдут последние уже минуты и пауэрапы тоже. Так, ну, Ханти. Ханти, как всегда, не везет ему. Просто не везет. Респаун. И все. И его потом еще встречает мидер Апса.
Ну что же, последний пауэрап у нас. Ну и... Ну что, давай, Феникс. Все за тобой. Оставь ты уже деф. Ну, проатакуй последний раз, пожалуйста. Ну что, парень начинает у нас атаку. Эх, не попадает. Ай-яй-яй-яй, вот тут сейчас убью, да. Не получилось у Феникса забрать у них флаг даже. Даже дотронуться, ну, бывает что. Но зато Апса смог. Принесет ли он флаг? Так, Апса, Апса, Апса. Где ты? Апса уже несет. 5-1.